Алло. Минуту. Алло. Сейчас, подожди. Кто Алло, звонит? здравствуйте. Добрый день. Кто звонит-то мне? Вы настраив? Вы настраив? Кто звонит? Вы знаете, здравствуйте, я, в общем-то, недавно о вас узнала через своего мужа. Просто, если можно, если, конечно, можно узнать у вас несколько вопросов, потому что у нас с мужем возникли некоторые проблемы. Он стал смотреть ваши, как бы, ну, скажем так, подписался на вас, на ваш канал. Я сейчас тоже подписана. И он сейчас с вами общается, и после общения вот как-то с вами у него что-то перевернулось в его сознании. В общем, я хотела просто задать вам вопросы, как вы на это смотрите. Значит, что мы... Что-то заклинило. Вот, обычно мы христиане, то есть... Алло? У нас все записывается, Заклинило? выставляется в интернет. Вы не против? То есть сейчас вот то, что я говорю, это в интернете будет? Обязательно. У меня такое правило. Если вы не согласны, значит, встреча закончилась. Понятно. Ну, я просто боюсь из-за него это, ну, Все, это тогда сейчас не то, что надо. я говорю. Да Нет, давай. просто я боюсь, чтобы это не вызвало. Но если вы хорошее говорите, как оно может быть плохое-то? Понятно. Минутки. Так с ним-то произошло плохое. А как оно И может я быть просто плохое? боюсь, чтобы это потом на мне не отразилось. Вот в чем дело. Нет, не надо бояться. Если вы согласны, значит, я вас выслушаю. А нет, значит, простимся. У нас все хорошее говорится. Мы никого не судим. Почему мы даже время тратить зря, когда людям это полезное? Так. Итак, вы не против, что выставляется наш разговор в интернет? Хорошо, так. Не против, скажите. Хорошо, значит, смотрите, я просто сейчас, смотрите, я сейчас вам что скажу. Значит, я подготовлюсь к разговору с вами, составлю вопросы, и тогда, чтобы это было, ну, как бы, чтобы эта беседа была тогда содержательной, хорошо? Так а вы разве свои Чтобы вопросы не можно было знаете? ее выставить. Я сейчас Договорились? свободен, а там могу быть не свободен, потому Я... что у меня люди записаны, когда с кем разговаривать. Хорошо, тогда я к вам запишусь, когда подготовлюсь, хорошо? Давайте, я вам скину сейчас сразу время, какое будет. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вас Все, как зовут? договорились, Вы где хорошо. находитесь? Где живете-то?